Кошка, которая вечно куда-то их перетаскивает. Просто засыпала я с котятами, они у меня в этом лежали. Я их огородила, чтобы случайно не задавить ничего. Просыпаюсь. Алиса у меня, чехардоди совершили, котята здесь. То есть уже поправила постельное белье. Вот она их. То там не нравится ей уже в родилке, да, не нравится. Ой, какие у тебя котятки, боже, ну да чего же они красивые. Какие-то нереальные. Пушистики. Ты сладкий. Ты такой сладкий полосатик. Полосатик в маму, да. Красавец в папу. Лички у них, конечно, вот эти губы. Челюсть в папу, да? Ой, присосочки маленькие, присосочки маленькие. Вы только послушайте, там как из соски. Вот это у тебя присоски. Кто еще не знает, у нас есть витамины собственного производства, которые я разработала сама. Активно в течение уже больше полугода даю своим кошкам. Чувствуют они, как видите, себя прекрасно, шерсть прекрасная, все у них хорошо. Пока буду рассказывать вот состав, чтобы сразу видели. Подходят и для стерилизованных, и не для стерилизованных кошек, для котят и пожилых кошек. Котятам и пожилым кошкам дозировку нужно увеличить до 1,5 грамм. Внутри там идет мерная ложь. Все это в форме порошка. Мне просто удобнее давать порошок, потому что даже если что-то мне попадает стабилизированное, я все равно получу в порошок. Мерная ложка имеет 2 деления. И первое деление, соответственно, вы даете кошке там, в среднем с весом 4 килограмма. А второе деление это для котят, для пожилых. Или, например, если у вас мейн-кун крупный. Вот такой крупный. Смотрите, разноглазый кот, как у нас. Ой, да, ты ж красавец. Как всегда, я ссылочку оставлю в описании. Мы есть на Озон, на Яндекс, на ВБ. В общем, заходите, смотрите. Везде бывают разные скидки, распродажи. Пользуйтесь обязательно. И отдельная просто моя будет благодарность за отзыв. Отзывы лучше всего помогают продвигать товары дальше. Спасибо вам большое за них. Итак, сегодня я первый раз оставляла Матвея здесь на ночь. Посмотрим, как сейчас его будут принимать. Так, его забирала. Скоро сегодня, если ты опять его будешь обижать, сегодня вы меняетесь местами. Сегодня ты туда садишься, а он ходит. Чем ты не будешь обижать? То есть все это делается для того, чтобы они подпривыкли к запахам друг друга. И, может, уже поспокойнее относились. Егора, что это за женщина? Где у вас Пикачу? Он спит все? Все спит на улице? Ну что? Что у? Что у? Так, конечно, они сейчас общаются под моим присмотром. Я думаю, постепенно подпривыкнут. Всем будет весело и вместе еще спать будут. Массаж всего бобра. Да. Чего, мой хороший? Чего? Замассажировали. Замассажировали тебя, да? Так, нет. В ответ мне грумировать не надо, спасибо. Бобр, выходи. Что, у тебя тут и собственная ванна, и все есть теперь? Да, вон твоя ванна, вон там лесенка.
покажешь свои способности плавать? Куда? Бублик тебе подсадить? Ну, судя по тому, что он был влажненький, с пузом сегодня уже купался. И судя по тому, какого цвета вода, он сегодня купался. Но они просто в это время обычно спят. Нет, такой не буду я купаться. Я пошел. Микки в шоке. Такой, что за сосед тут появился? Замечательный такой. Ну, конечно, мясо-то не дает. Ну, она сейчас на тебя так реагирует, так она ну, уже конечно. Давно не кидается. Мясо же не дают кошке вообще. Вообще мяса нету. Вообще, да? Но она вот на посторонних до сих пор. На Алуша. Лучше на Алуша. Да. Какая добрая киса. О том, кто хочет пуму, да? Причем такая миниатюрная девочка. Да, вот я бы не хотела на землю под ее агрессию попасть. Уж поджала. Трава, трава. Вот дурочка. Но она ставит на посторонних людей так. Кто-то тут уже гнездо начал готовить. Выгреб часть. Где? Кто у вас тут гнездо готовит, а? Признавайтесь, а второе гнездо готовите? Тут вытряхнули. Прям гнезда еще ниже, чтобы подготовка была. Мы что-то заныкали. Красотки. $120,000 за галана? Мне кажется, они дороже были. Ну, они дороже сейчас, да. Ну, а у малыш там? Да. Что, ручной? Они же у меня спокойные всегда очень. Иди сюда. У меня же и взрослые спокойные, не кусачие. Их надо только раздраконить, чтобы они укусили. А дети всегда очень хорошие. Эй, руки-то отпусти. Руки отпусти. Отпусти руки, ребенок. Ой, уши аж завернулись. Блин, зачем вы ее дали в руки? Она же теперь потом не уедет без него. Так я как раз уезжаю. Она за ним приехала. Ах ты, я думала, ты ко мне. Вообще-то к тебе, потому что его... Но, Галага. Я здесь. Я здесь, блин, беги ко мне. Беги скорее. Я никогда их не трогала. А зря. Офигеть. Они как шиншилки, да. Иди скорее, мой хороший. Боже мой, ты... Это что за глаза? Это ты сейчас взрослых достанешь? Да, пытаюсь. Да. Вот как они в природе? Ну, в природе... Да так же в дупло, наверное, да. Ну, они дупло нет, конечно. Ну, покажись. Ну, у меня прикручен домик. Ну, так, ребенок... Все, пошел в то дупло. Ну, он пошел, у них обычно тот побольше, там проще. А вот здесь уже прямо проблема. Я не хочу со стороны лица совать руки, потому что будет больно. Ну, они все-таки, да, они, конечно, дети такие, хорошие, да, но... Замечательные такие. Вот он. Это взрослый? Нет, это ребенок. Ребенок, а можно взрослый сейчас, вариант? Иди в домик, во второй. Так он не понял. Блин, такой он классный, такие они ручные у тебя. Потому что я сколько встречала их за свою практику, они были совсем другие. Слушай, ну они же ночные. Они ночные, они сумеречные, ты сумеречные. Знаешь? Они, конечно, не полностью ночью, но вот свет выключается, и они пошли общаться. Самец вообще ручной, самец ходит к рукам, из рук оп, ест. В домик. А сколько, родителей и двое детей? Да. Боже ты мой, какой все, чудо. Все, не ругаемся. Сядь. Да ну вас, господи. Я спал. Ну понятно. Классно. Такие они прикольные. Иди сюда. Он такой, не понял. Не понял, да спали. Говорит, еще не сумерки, что за прикол? Ого, какая крупная. Ох. Но эти глаза и эти уши. Я думала, что у них твердые уши, а у них такие уши прям вообще. Ой, ты красавица. Очень красиво. А я крышечку-то убрал. Слушай, а у тебя даже этот очень классный именно подвиг, тот самый. Да, они с отличаются. С хорошими ушками, да. Они все очень отличаются между собой.
Все, молодцы.